Всем добрый день. Сегодня очередная поездка за грибами. Она будет недолгой, но, надеюсь, будет интересной. У нас повалили разные виды грибов. И сегодня я начинаю с буково-дубового леса. На подходе к нему, вот на подъеме уже нашел очень интересный экземпляр. До опят, до обычных осенних опят нам еще далеко. Но это опенок темный. И он выходит как раз в начале сезона. Может появиться даже в конце лета. Это что-то среднее между летними и осенними опятами. Ну и сейчас мы их, конечно же, соберем, срежем. Пока покажу, как он выглядит. А темный он, потому что мякоть у него на срезе темнее обычного. У обычных опят она практически белая. И после готовки она становится сероватой. У этого же она сильно темнеет, почти до буро-коричневой. Такие красивые экземпляры попались. Давайте я их срежу. Сделаем это вместе. Вот так. Ну, у этого ножка даже червивая. Пока порежу, потом буду чистить. Они всегда растут вот так, в основном поодиночке, максимум по две штуки. Может, по три. В отличие от обычных осенних опят, которые, вы знаете, растут гигантскими сростками. И те опята скоро тоже у нас пойдут. Недельки через 2-3. Вот такая кучка. Значит, надо искать. Здесь полным-полно разных паутинников, которые, само собой, мы не собираем. Ну, пойдем поищем, что еще удастся найти. Как я уже говорил, день обещает быть интересным. Вот, например, вижу рогатик дудчатый. Кто его не знает, он очень странно выглядит. Одну штучку сорву, остальные не буду трогать. Просто такая непонятной формы дубинка. Сейчас он напитан водой. Посмотрите, сколько влаги в нем. Ну, а вообще, гриб довольно-таки посредственный, но когда нет других, можно его собрать. Напоминает чем-то сухое тесто, когда готовишь. Ну и уже вот на подъеме я заметил очередную семейку опят. Это тот же самый темный опенок. Здесь они, в отличие от предыдущих, уже открылись. Но, тем не менее, они молодые. Посмотрите, насколько они темнее. Чем-то похожи на летних, но... Поверьте мне, это совсем другой вид. Давайте я их соберу, уже не буду показывать, как это делается, все это знают. И продолжим наши поиски. Я видел внизу очень много головачей, дождевиков грушевидных. Потом, наверное, еще сниму их, покажу. Оставайтесь на связи, чтобы увидеть, что у нас растет сейчас. Очередная интересная находка не заставила себя долго ждать. Давайте оставим место интриги. Может, кто-нибудь знает, что это за гриб? Пишите свои догадки, а я в конце видео выложу ответ на этот вопрос. Очень красивый экземпляр. Пакет у меня временный, у меня в машине две корзины, но я просто зашел на разведку. Ну-ка, кто знает этот гриб? Очень красивый. Все, разобрались с предыдущим видом. И вот как растет этот опенок темный. Я уже говорил, по 2-3 штуки максимум. Эти уже старые. Думаю, их не стоит брать. Но вот здесь выше очередной экземпляр. Они захватывают огромные площади корней деревьев. Вот так поштучно выскакивают повсеместно. У нас они бывают, плодоносят очень обильно. Ну, сегодня я пока собрал, наверное, с полкило. Классный гриб. Но немного уступает по качеству обычным осенним опятам.
И вот продолжаем сбор опят. Вот опят не люблю рвать, но на камеру неудобно срезать левой рукой. Сами должны понимать. Вот. А здесь смотрите, как они буйно и агрессивно растут. Вот наши любимые гвоздики. Вот они. Вот таких мы любим собирать и мариновать, конечно же. Наконец они пошли. Видите, да, ну неудобно отрезать. Даже не получилось у меня. Красота. В общем, я их сейчас соберу. А потом почищу уже за кадром. Разве они не прекрасны? Вот об этом я говорил. В лесу полно дождевиков. Все они свежие. Кстати, с утра видно, прошел дождик. В лесу достаточно влажно. Ну и сейчас выходит солнышко. И мы все знаем, что это самое лучшее время, самая лучшая погода для роста грибов. Пахнут эти дождевики отлично. Но сегодня не их день. Сегодня я их не буду собирать, потому что у меня сушеных и так навалом. Просто один показал, и я пойду дальше искать опят. И что-нибудь экзотичное специально для своих зрителей. Оставайтесь на связи. Вот, покажу. Наверху пригорка попалась прекрасная сыроежка золотисто-желтая. Как все говорят, она считается самым вкусным видом из этого рода. Но это червивая, кто-то срезал, посмотрел. И выбросил. Ну, полюбоваться стоит. Приготовки она выпускает желтый сок. Точно такой же сок, как у цезарского мухомора. Ну, на вкус она, конечно, уступает. Тем не менее, вкусный и абсолютно съедобный гриб. Ну, а я продолжу свой поход. Вон, вижу уже, дождевик торчит во мху. И так тут везде. Полно всяких разных грибов. Но сегодня не о них. Сегодня ищем пока опят. Наконец попалась ромария гроздевидная. Я никогда ее не упускаю. И этот случай будет не исключением. Обязательно ее сейчас сорвем. Вот еще один представитель наших любимых грибов попался мне в руки. Я уже его немного очистил. Конечно же, это... белый подгрузок или деликатесная сыроежка, как хотите, так называйте. Его трудно чистить, он всегда грязный, как все грузди, но зато он не горький, кто не знает. Его отличительной чертой являются зеленоватые пластинки, и вот этот зеленоватый отлив хорошо видно сейчас. Это второй экземпляр за сегодня. Первый был абсолютно червивым, потому я его не брал. Но этот идет ко мне в пакетик, а потом в корзинку. А я пройдусь еще здесь. Они любят расти кучно. Пойдемте еще поищем. Еще раз поздороваемся с нашим маленьким подписчиком. Все, идем по сосняку, собираем рыжики. Ну хорошо, маслят не берем, а маслята кидаются под ноги. С ума сойти, с ума сойти. Похоже, что делается с неба. Ой, они друг на друге растут. Похоже, что это хлеб. Ты в эфире. Да. Расскажи, это что мы нашли наконец. Рыжиков. Покажи людям. Смотри, переверни его. Какой красивый. Мы уже подсобрали немного. И много маленьких нашли. Как всегда, море сыроежек.
маслят. Какой? Какие огромные маслята, да? Вот, а здесь у нас опять рыжики. В огромном количестве. Вот так. А ну, масленок? Не, маслят мы сегодня все равно не берем. Ой, блин, фу. Фу. Выбрасывай, это нам не нужно. Нам нужны вот такие красивые рыжики. Они, видно, только пошли, но уже немного потоптаны. И вот этот тоже вот такой фу. Пока. Ой. Тут ходить страшно. Это все сыроежки, все сыроежки. Это боевушник точно. Угу, наверное. Только машина. Все сыроежки. Сыроежки. Ужас, ужас. Такой красавец. Кошмар, кошмар. Смотри. Вот к нам присоединился наконец лев. Вот здесь порубленные рыжики. А смотри, тут еще да, такой. Какая красивая сырышка. Они тебе нравятся, да? Еще а мама нравится. Не собирает. Кошмар. Мне нравится их запах. Тут просто какой-то грибной взрыв произошел. И вот наша цель. Мокрухи, маслята. Этот вид вообще не знаю. Вот не знаю этот вид. Это кто по землей был? По земле. Ложно-дождевик. Ложный дождевик. Да-да, это все были маслята. А теперь рядовка надломленная. Горькая. И снова маслята. Опять рядовка. Дождевик. Опять рядовка и опять маслята. И так здесь везде. Это Грузия, детка. Наверное, на этом я закончу сегодняшний свой поход. Мне уже достаточно. И пора по делам. Вот что удалось собрать из рыжиков. И немного опят. И лев вот носит еще красивые грибы. Отличные. Даже руки желтые стали. Класс, да? Я могу даже их... Все, на этом я попрощаюсь, а ребята останутся собирать дальше. Смотри. Да, лев? Красиво. Красиво. Все, всем пока. Сумасшедшие маслята. И
ими усыпано все абсолютно. Я даже думал, что это маховики, когда шел, издалека их увидел. Но оказалось, что здесь только маслята и мокрухи. Ну, а результат у меня сегодня вот такой. Ну, и кто не знал, расскажу. Это отличный гриб. Рядовка скучена или леофилум скученный. Очень вкусный съедобный вид. Чем-то напоминает мне опят и растет всегда обильно. Любит утоптанные дорожки. По краям дорог растет. Ну и вот буковым лесом тоже не брезгует. Правда, вот эти экземпляры немного переувлажнены, но тем не менее они в очень хорошем состоянии. Вот таких малышей я обычно собираю. Так что рядовка скученная может пойти в вашу корзинку.